Самые верные мужчины по знаку зодиака. Добро пожаловать на наш астрологический канал. Сегодня мы затронем одну из самых интересных тем, кто из знаков зодиака является самым верным мужчиной. В этом видео мы подробно рассмотрим характеристики каждого знака, чтобы выявить, кто и почему заслуживает титул самого верного партнера. Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить наши увлекательные обновления. Первый знак – Телец. Мужчины-тельцы известны своей надежностью и стабильностью. Они ценят комфорт и безопасность в отношениях и редко склонны к изменам, предпочитая долгосрочные и преданные связи. Телец – земной знак, что подразумевает глубокое уважение к традициям и семейным ценностям. Они стараются создать теплую и уютную атмосферу для своих близких, что делает их отличными партнерами для жизни. Второй знак – Рак. Раки – это эмоциональные и чувствительные мужчины, которые глубоко привязываются к своим партнерам. Их верность проистекает из искреннего желания заботиться и защищать тех, кого они любят. Раки чрезвычайно ценят домашний уют и преданность, и их эмоциональная глубина помогает поддерживать крепкие и стабильные отношения. Третий знак – Козерог. Козероги могут казаться холодными и отстраненными, но в глубине души они преданы своим близким. Мужчины этого знака склонны строить свои отношения на прочном фундаменте взаимного уважения и доверия. Козероги рассматривают свои романтические связи как серьезные и долгосрочные инвестиции, поэтому их верность и ответственность делают их надежными партнерами. Четвертый знак – Весы. Весы стремятся к гармонии и справедливости во всех своих отношениях. Мужчины этого знака известны своей способностью поддерживать баланс и справедливость, что делает их верными партнерами. Они стараются избегать конфликтов и ценят стабильность в отношениях. Весы также известны своей способностью к компромиссам, что помогает им поддерживать долгие и счастливые связи.